Так, 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 так. Так, так, так. Здорово, ебать, ку! Фу, блин, нормально? Чинена. Да не, нормально. Главное, смотрите, если я упаду... Если я свалюсь, ребят, это на вашей совести будет. Здорово. Чи? Шо? Так, все видно? Здорово, ш... Хай! Фью. Да, да я давно купил, ребят, ее. Здорово, здорово. Леха сегодня пиццу возил. Да, ребята. Он еще собрался в лес, понимаете? Ух, а что, 500 человек? А откуда 500 человек? А, ясно, бот вкрутит. Здорово, ребят. Здорово. Да я что-то соскучился, думаю. Это, хожу, все равно хожу. Вон это, хожу, только начал. Думаю, поболтать с вами. Только сел на диету? А я не, я, кстати, не сижу на диете. Знаете, вот отпуск, он на той отпуск, чтобы, знаете, наслаждаться благами. Смотрите, смотрите, какая ситуация. Если я свалюсь, сломаюсь и чего-нибудь, вы главное это... Хэштеги не ставьте. Здорово, ребят. Пока потихонечку. Дела? Да все здорово, пацаны. Все отлично, все хорошо. Настроил режим, ложусь. Ну, может, не сильно, конечно, рано ложусь. Ну, там бывает в час ночи ложусь, да? Но просыпаюсь, как у меня ребенок просыпается утром с женой. Ну, где-то во сколько они? 8:30, наверное, в среднем. Вот я так и просыпаюсь. Блять, я опять щеку прикусил. Дышать правильно, братан, надо, когда ты разговариваешь, надо заниматься еще как... Так, дышать, да? Хэштег Ваня живи. Рад вас всех видеть. Ваня, как ты отнесся к перенесенной дате выхода Варкрафта? Ну, конечно, планы подкосились, на самом деле, подкосились, потому что... Я-то рассчитывал, что сейчас вернемся после отпуска. Бля, красиво, конфа, там все отпуска, люди отпуска взяли. Люди, ну, готовились, и... А ты такой, знаешь, думаешь, сейчас придешь неделечку, аука, потом один день выходной, и врыв на мой день рождения, думал, будет, бля. Ну, Бобби Котик говорит, мы, говорит, с ковенантами вопросы не решили, и поэтому все. Да, наверное, на бионических ногах иду, так и е. Так вот, на самом деле, ну что... Для игроков, наверное, это хорошо, в плане того, что баланс будет, может, какой-то. Они перерабатывают систему, они там вообще ничего не сбалансировали. Бля, что так тяжело? Я, на самом деле, еще укутанный. Нормально там это, жарковато. На беговой, на беговой. Фу. Ну, на самом деле, что, ну, для игроков, я думаю, они, наверное, в конце ноября запустят. Я не думаю, что в декабре будет. В конце ноября, наверное, запустит. Числа в 30-х, в 27-го, блин, в 30-го. На месяцочек. Просто что сейчас при патче делать? Скучно, там ни хрена нету. Ну, сейчас вернемся, 18-го, посмотрим. С реал-стримов начнем. GTA-шечку надо стримить, конечно, я там должен. Я, короче, ушел в отпуск. Я всем должен, короче, поняли? Должен рекламодателям, всем все. Ну, а шо? А чё? Ну, такая жизнь, всегда всем, кому-то всегда ты должен. По времени ходить надо. Сколько? Фух, посмотрим по настроению, ребят. Живи Беларусь, с иглы. Гаги, гаги, говорит. Здорово. Ковенант, может? Может, не будешь худеть? Так я не для того, чтобы худеть, пацаны. Худеть это я под зимой, знаешь, так делаю, когда я... Знаешь, нормальные люди зимой толстеют, а я худею, короче, наоборот. Сейчас нет, просто для самочувствия. Здравствуйте. Алтаю, привет, пацаны, привет. Что-то у вас здесь такие ники странные. Даже знакомые есть чины с Твича, ники. Что думаешь по поводу Узбекистана? А что там? Нам реанимацию, братан. Я не знаю, типа, я, кстати, думал, будет легче. Надо бы медленнее ходить, мне кажется. Не, ладно, нормально. Все. Олимпия тут. Как тут донатить?
Жирные люди, добрые люди. Кстати, с иглы. Не, ну смотри. Знаешь, когда ты жирный и плохо себя чувствуешь, немножечко плохо. Говорить запретные слова хоть тут. Братан, скрины сделают, потом эти фотошопы, фотохапы отправят твич, потом что делать? Вольскую респект, спасибо. Когда стримы, бро? 18-го? Сколько вешу? Я не взвешиваюсь, братан. Здорово, Алекс, привет. Куда иду? Я хотел бы сказать нахуй, ну ладно. Держи, так, дежавю. Жду твоего возвращения, чтобы возобновить подписку. Спасибо. Увеличь скорость. Диман, здорово! Братан, если я увеличу скорость, смотри. Смотри, вот сейчас увеличу. Ну, кстати, если она не сильно здорова, вот это максималочка, смотри. Ну, тут чуть-чуть легонечко так, легонечко можно побегать. Но если я буду чат читать, пацаны, чат буду читать, я свалюсь, изи. Идущий к реке. Да, конечно. Не, ну он-то... Знаешь, там какая природа, да? В деревнях, в этих, сказка. Теперь тут стримишь. Вы как рассказываете, как у вас жизнь? Нормально все? Отдыхаете? Хотя еще отдыхать. Сейчас корона... Кстати, блять, у нас... Я тебе рассказываю. Сегодня в магазин пошел. Утром иду. Одел маску. У нас такая маска, короче... Какая-то с респиратором каким-то там, профессионально, Ангелинка заказала какую-то. Вот. Люди, старики идут. Кстати, прикол был. Бабушка мне подходит, я, короче, знаешь, этот, в магнит пошел. У меня коляска, короче, это, с продуктами. Я такой иду в маске, а там все такие, кто работает, эти, как они, мерчендайзеры, как их там называют. Они тоже такие в масках и с колясками. Бабушка мне подходит, молодчик. Куриную голову мне принесите. Я такой, что? Это что, он не понял, она мне говорит? Я говорю, что? Она говорит, ну куриную, она такая, с предъявой мне, куриную голову мне принесите. Я говорю, ладно. Пошел, принес ей куриную голову. Одну. Ну такое, конечно. Ну то есть люди без масок ходят, им вообще насрать. Старушки особенно, не нравятся. Сейчас. Новость прочитали, как в московском метро мужик по харе бабе зарядил за то, что она без маски кашляла. Стояла рядом с ними и кашляла. Женщин бить, конечно, нельзя. Но женщины, которые маски не надевают в людных местах, это, конечно, у нас с коронавирусом вообще проблема. Надо аккуратно. Маски одевайте именно в магазинах во всех этой теме, потому что народу везут полно. А Шустрый в конфу заходит, когда там вчера, позавчера он заходил. Я, говорит, в Турцию собрался. Я говорю, Шустрый, тебе 40 лет. Тебе жить 2 понедельника. Ты уже старый. А, говорит, коронавируса нету. Коронавируса нету. Да. Рад вас видеть. Спасибо, ребят. Мои хорошие. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ждете. Я очень... Я же вижу, когда вот, ну, там, лайки ставите, там, в группе ВКонтакте. Я слежу. За Твичом, правда, не слежу. Отдыхаю полностью. Не знаю, то есть, там, сейчас в тренде слышал, мне там с конфы ребята говорят, типа, Among Us. Слушай, блядь, что так тяжело дышать? Фу. Надо было еще больше укутаться. Смотри. Раз. Два, там. Там нормально. Это, блядская... Как это, нахуй? Сауна, не сауна. Фух, тяжеловато дышать. Ахля, сердечки. Короче. О чем я говорил, блядь? Говорят Among Us. Я что-то так и не понял, что это за игра. Надо будет вернуться, попробовать. Посмотреть, может, с конфой поиграем. Может, с кем-нибудь зарубимся. В Саратовской области это пипец. С вирусом лечить негде. Да. Поэтому и говорю. Будьте осторожны, будьте... Берегите себя, прежде всего, и своих родных. Если ты, знаешь, там, многие говорят, типа, вот, ты там маску одеваешь, на тобой смеются. Пусть смеются. Я дома. Видишь, там безалкогольная кока-кола лежит, вон. Так что нормально. Успехи? Да все хорошо, ребят.
Привет, я... Кстати, кто от Харда? Плюсаните. У нас в городе все врачи заболели. Да, очень много. У нас, у меня же мама тоже врач, и она знает, что там происходит. Там вообще, конечно, аккуратно будьте. Ванечка, привет, здравствуйте. Привет, привет, ребят. Сколько вешу? Я не знаю, я не взвешиваюсь. Знаешь, чтобы не расстраиваться. Так, а что у нас там? Сегодня что? У нас, по сути, осталось меньше 2 недель. 11 дней осталось, я подрублю. Бля, время бежит просто невероятно. Просто ужас. Ну, кстати, знаете, что самое интересное? У меня режим стримов будет изменен. То есть, если вы привыкли смотреть стрим, у меня начинаются там 5-6, потом 8-9 заканчивается, перерыв 2 часа, 3 часа. И, допустим, с 11 и до 2 ночи. Такого не будет. У меня сейчас будут стримы пораньше. Вот, ребенок уже спит, уже начинает понимать все, слышит. Понимает, что батя орет. Но мы вот этот палас постелили, у нас его не было. Конечно, все вытаскивали отсюда. Вот. Короче, здесь нужно, конечно, будет здесь, мы еще застелим. Вот стена будет, короче, вот эта вот, да? Она будет, мы, скорее всего, по эти, как они, тюль, не тюль, занавески вот эти, как они. Ну, по типу вот таких вот занавесок похерачим с разным фоном. На первое время, пока что, пока мы не переедем, следующий год, дай бог, у нас все получится, мы приобретем жилье, потому что не хочется. Конечно, деньги есть, чтобы сделать ремонт, но смысл делать этот ремонт, когда мы отсюда уедем все равно. И нет смысла так много тратиться, сделать хорошую изоляцию, потому что, чтобы сделать хорошую изоляцию, здесь надо... Мы... Нужно... Как это называется? Вата какая-то, как она... Какая-то вата, короче, какая-то вата, ее нужно стелить, все. Там, короче, одному просто на пол будет стоить 1100, только на пол. На самом деле это... Привет, привет, пацаны. Фух. Давай езжай, братан. Так вот, и, соответственно, ребят, нет смысла дорого делать ремонт какой-то. Поэтому более-менее изоляцию сделаем какую-то, чтобы хоть какое-то как-то мое эхо глушило, но, конечно, все равно так не получится прям идеально сделать. А через годочек, полтора, дай бог получится, приобретем жилье, сделаем ремонт нормально, уже профессионально все хорошо сделать, студию мне, чтобы никто меня не слышал, как я ору. Потому что, ну, естественно, мама рядом, соседи тут, ребенок, все понятно. Панельный дом здесь, блядь, на первом этаже суд, на пятом слышно. Поэтому, конечно, я плюс люди мешаю, надо тоже быть это, человеком. Поэтому надо... Что, постримим, режим стримов изменится, где-то 2-3 часа дня будет начинаться, до 5-6, перерыв, где-то до 10, до 11 вечера будет стрим. Иногда, конечно, будем исключение делать, какие-то варианты, какие-то, может, врывы будут там в Shadowlands, еще какая-то тема. Но в целом, конечно, примерно такой график будет, не сильно допоздна, потому что люди спят. Когда уже изоляция будет у меня хорошая, знаете, там, профессионально там все сделано, в новой квартире, дай бог, у нас все это получится. Тогда уже будем стримить как хотим, орать сколько хотим. Бля, у меня борода как будто, блядь, лобок, нахуй. Надо ее постричь. Сохрани стрим этот. А я не знаю, кстати, как сохранить стрим. Я вообще без понятия. Ты в Москве, говорят? Где? Братишка. Ничего не поменялось. Вон мой этот стрим. Мой задний фон. Я пока что нет. Шайба, да, пацаны, нормально, щеки е. Привет, привет, Вейзард, здравствуйте. А так все хорошо, ребят, немножечко хоть меня сын начал видеть, хотя бы начал узнавать, это уже хорошо. А то просыпаешься под стрим, допустим, в 5 вечера, давай быстрее походим. Вот, в 5 вечера где-то просыпаешься. Ну и сразу стрим, там, пока искупаешься, позавтракаешь, в 6 вечера подрубаешь на завтраке. Стримишь, а он уже спать ложится. Так что ты его толком и не видел. А сейчас и выходим иногда. Ну, особо, правда, некуда выходить. У нас даже в нашем районе, да, в Ольске, ну, по идее, район типа не частный сектор, да? Блять, ну, перед домом, как будто после бомбардировки, блять, знаешь, на коляске не проехать нормально. Сыночку сколько? 1,8 года. Подожди, а год и 8. 11 числа будет год и 8.
Все правильно. Да, все правильно. Вот и 8. Может, Кала эту Москву? Братан, да не по что это Москва будет. Может, Подмосковье где-нибудь там. Посмотрим по деньгам, что будет. Потому что я же с собой маму забираю. Мне не одна квартира нужна. Маму здесь я не оставлю. Поэтому... Если бы я был бы один, ребят, я бы давно уже в Москве был бы. Если я был бы еще такой, знаете, как это сказать, если я был бы еще немножечко похуист на свою репутацию, я бы тоже был бы давно в Москве. Здорово, здорово, ребят. С Москвы прием ждем. Здравствуйте, будьте аватарка красивая. Так. Чем занимаешься, Вань, как работаешь? Братчик, просто гуляю, хожу. Пропотеть хочу немножечко, нормально. Фух, кстати, уже пропотел нормально. Так вроде как бы не сильно быстро ходишь. 17 минут. А так работаю в плане, ты видишь, ну что, братан, у меня ничего кроме стримов нету. Пока должен, я где-то полмесяца должен отработать еще. Вернусь, как раз Шейла пока не будет GTA-шку отстримим, потом подумаем, продолжать или нет. С GTA, конечно, она всем надоела, уже понятно, но деньги они хорошие платят, поэтому будем думать. А там глянем. ДНР, привет. Аниме смотрю. Нет, я, кстати, рекомендую всем. Я вот сейчас, вы мне советовали, кстати, многие из чата. Сериал «Бумажный домик». Сука, классный сериал, но, блядь, там есть такие моменты. Кринжовые. Особенно с перестрелками связаны. Блядь. Но сериал прикольный. Сериал прикольный. Достойный сериал, но вот стрельба вот эта вот... Когда они там... Там у них... Они... У них одна обойма, наверное, бесконечная просто. Я вот это... Ну вот в этом мне не сильно. Ванечка, привет. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Ты что-то постарел, братан? 29 лет скоро. Конечно, постарел. Почему не стримишь? Отдыхаю от стримов. Вы отдыхаете от меня. Я отдыхаю от всех потоков. Во что-нибудь играю? Я в Пое пока играю. В Хардстоун, в Пое. Пое до сих пор он. Челебумблю. Для себя чисто так, знаешь, время убить. Когда мафия... Уже никто в мафию не играет. Любимое аниме? Наруто. Ну, Клинок, кстати, неплохо. Совсем. Сорян, 2 года не смотрел. Здорово, Сорян, твоя сын, возвращайся, хочется уже долететь на стримец. Здравствуй, приходи, конечно. Фух, припач, хоть ворвемся пока. Ну, можно постримить, да. У ЛГ это пиздат обдурнился самого сериала. Круто, а? Здорово, дорогой, вообще в курсе, что мы скучаем очень. Я тоже скучаю, я поэтому подрубил. Дела отлично. Здравствуйте, ребят. Где Танечка? Во время того, как я ушел, ну, на отпуск свой, он заходил 2 раза в конфу. Из которых он там уже куда-то собрался уезжать. Хотя у него есть работа в Варкрафте. Плюс он еще у меня работает. Ну, не знаю, короче, я еще раз говорю вам. Этот человек, его никакими деньгами не удержишь. Хочет, уедет, не хочет, не уедет. Ну, я думаю, на Шейл-то он ворвется. Потом уже не знаю. Ну, мордашка все больше, это из-за бороды на самом деле, она у меня, когда начинает паршиться, ну, не самая большая морда, которая была, правильно? Самая большая морда была 2 года назад. Фух. Давай на связь, покажет тему, четкую ты оценишь. Какую тему четкую, братья, сколько весишь? Не знаю, братан, увеличь темп, пульса 20-30 должен быть. Братья, поверь мне, у меня пульс только есть. Просто очень тяжело, когда ты разговариваешь и постоянно это. Ты очень классно, мы тебя ждем. Спасибо большое, спасибо. Все. Когда срим? Ламберг, привет. Ты где? Я дома. Что думаешь о Мелстрое? Это, я ничего не думаю. Ну, такой, конечно. Я не знаю, чем он занимается, чем он так известен. Они снимают какие-то, я же видел его недавно, не скидывали этот, в стриме. Это как они там собираются толпой, вписки, шкуры, алкоголь. Ну, для школьников это интересно, для меня нет. Никогда не любил шумные компании, где какие-то проститутки сидят, там еще кто-то там долбится, какую-то наркоту, блядь, алкоголь, пьяное быдло. Фух. Лучше спорт, да? Это говорит человек, у которого щеки в экран не вмещаются в принципе. Да не, на самом деле дело каждого. У каждого свой контент. Мне такой не нравится. Ждем с отцом твоего возвращения. Спасибо.
Он стримерам по 1 миллион кидает, молодец. Блять. Когда я так делаю, у меня реально как будто шире больше, чем высоту. Слушай, свет плохой, я вам седые волосы показал. И вы их... Здесь свет плохой, освещение только вон. Фух. Сколько калорий в день хаваешь? Много, сейчас много. Я не на диете, пацаны. И... Это потом, когда вернусь с отпуска. Вот знаешь, сейчас мне жена блинчики приготовит, знаешь, сказка. Нет, я же сейчас двигаюсь не для того, чтобы, знаешь, пресс, у меня там девочки говорили. Какой ты красивый, Манурин. Не для этого, ребят, просто чтобы самочувствие хорошее было. Немножечко это, растрясти жопу. А так, когда уже немножечко сильнее станет у меня ряха шире, тогда уже, конечно, придется на диет садиться. Здорово, Кежа! Вилл, играл ли ты в Call of Duty? Не, никогда. Не играл? Фух, какую часть я играл? Первый Battle Royale, когда вышел, года два назад. Или это не первый был? На стриме я день-два поиграл в нее. На самом деле, я не фанат этой серии. Фух. Рабочее место, пацаны. Там у меня минералка, обезжиренные пепси. Я потом покажу. Фух. Клаву, кстати, поменял. Она у меня была еще... Это та клавиатура, которую я в свое время Cold отправлял. Это от HyperX. А Cold она слишком высокая была. И он не смог ей пользоваться. Он мне обратно отправил, а я ему другую отправил. Не, это короче, механическая, конечно. Фух. Да. Ну, прикольная клава на самом деле. Но к ней надо привыкать. Очень высокие клавиши. Фух. Spellbreak будешь заценивать? Аж я не знаю, что это. Привет, Наур, красавчик. Наверное. Пепси, на самом деле, братан, ты прав. Я, на самом деле, подсел опять на Пепси. Да, они... Знаешь, иногда просто, когда ты сидишь, допустим, в диете, относительно, да, тебе хочется выпить что-нибудь вкусненькое, сладкое, да? А, по сути, сахарозаменитель ты сладость получаешь, вроде вкус получаешь, а калорий нет. Да, конечно, вредно. Конечно, вредно. Газировка... И прочее. Ну, а что делать? Все вредно в нашей жизни. Ты просто супер. Твоя харизма просто невероятна. Спасибо, мой хороший. Я, кстати, не знаю, как здесь чат листать. А вот. Сюда вдохновил меня. Желаю здоровья. Спасибо, мой хороший. Спасибо. На беговой дорожке. Велик у меня вот стоит. Это я иногда, когда у меня ноги начинают болеть, я могу на велике позаниматься. Побрейся, похудеешь на 5 килограмм. Ребят, на самом деле, ну, а что поделать? Такой человек, ну, конечно, все мы склонны, ну, кто-то к худобе, кто-то такой, как я, полный, да, там, кто-то просто даже обычный. Когда ты годами сидишь, естественно, как бы гены берут свое и сидячий образ жизни, надо поэтому что-то делать, поэтому я иногда периодически на диету сажусь. Если я не буду на диете сидеть и жрать, что хочу, то буду как Джабахат. Не так, как Джабахат, ну, не так. Жизнь молодая, когда в Москву. На следующем году, наверное. Здравствуйте. Анапе, привет. Здравствуйте. Ребята, Анапа. 3 раза там был. Классно. Конечно, там и море относительно, ну, как бы, вполне себе. Помню. Вот Анапа, у меня там сестра, двоюродная сестра живет сейчас. Хорошо там. Так, фух. Это как Вайтенко бомбить буду. Топи, бро. Топи. Сзади дракон летает? Кстати, уже не летает. Что у вас с пандемией в городе? Очень сложно. Очень много. Больничных мест нету. Люди дома лечатся. Поэтому я и говорю, не смейтесь над этой темой и берегите себя. Не лишний раз маску купите, оденьте. Потому что за вас вы-то молодые. Очень редко, когда там тяжелые случаи у молодых есть, да, в принципе. А вот старики... Конечно, страдают пожилые люди. Потом их будете заражать, своих близких, не дай бог. Будете себя винить. Поэтому лучше одевайтесь. Здравствуйте, ребят. Надо постричься. Я уже... Кстати, вот это я уже оброс. То есть мне надо стричься. Не думал в Сочи переехать. Я рассматривал вариант Краснодарский. Наверное, в Сочи, братан, тоже дорого. Смысл, то есть это... Очень жарко летом, очень жарко.
Типа, если честно, я жару плохо переношу, у меня мама плохо переносит жару. Вот, и Сочи классно, но дорого. Дорого и климат, конечно, слишком жаркий. Потолок. Братан, этот ремонт, вот без шуток вам говорю, вот этот ремонт, обои, когда я еще в школе учился, и потолок такой же. Обычный вот это вот, я не знаю, что это такое. Блядь, мне не пиздануться отсюда. Фух. Оренбургу привет. Не вижу смысла просто сейчас здесь все это ремонтировать сильно. У нас более-менее такой, такой обычный, стандартный, средней семьи ремонт. Фух. Вань, смотрите, я сначала в Бандаре. Часик не писал. За это время всякого не в жизни происходило. Помогали свой стрим. Здоровья тебе, Василий. Спасибо, мой хороший. Седашов, или как правильно кто-то считается. Это так вот, скорее всего, твоя фамилия. Спасибо, мой хороший. Здоровья тебе. Иванову привет. Здравствуйте. Челябе. Когда Вов? Братан, теперь чуть-чуть попозже. Из ШЛ. Мак или Хант. Разбань, плиз, так придете. На стрим придете, модерам напишите, разбанят. Дядя Вань, получил 4 пули 3, я красавец. Красавчик, братишка. На самом деле, даже тройка, это, кстати, я когда в школе учился, меня мама за тройки ругала. Я же был ударником. Типа, я не учился, на самом деле, я проебал, я же голду фармил. Ну, где-то с 9 класса, я же, типа, должен был в военучилище поступать. И мне сказали, нужно хорошо учиться. И за тройки меня ругали. Вот, и у меня в аттестате у меня 3 или 4 пятерки, остальные четверки все. И, конечно, я допарился, думал, блядь, тройка. В четверти, если у меня тройка была, в полугодии не должна быть. В четверти, ладно, одна-две еще можно. Я думал, блядь, что делать? Не поступлю в институт. На самом деле тройка, это средняя оценка считается, так-то. Поэтому, когда, конечно, родители начинают ребенка очень сильно пугать оценками, это тоже не очень хорошо. А то школу начинаешь не очень сильно любить. Как здесь у нас? Никак, пацаны. Привет. Данилову, привет. Всем привет, ребята. Здорово, Ваня. Здравствуй, дорогой. Запорожье есть в чатике? У меня 10 троек стоит. Ничего страшного. Главное, чтобы человек хороший был. А троечник ты или... Ой, отличник, все это хуйня. Фух, Москву... Да, я иду в Москву, пацаны. Фух, 28 минут. 29 почти. Украине огромный привет. Как хорошо, что магистратуру закончил год назад. Ну, кстати, сейчас же в основном все... Кстати, когда я заканчивал институт, это был 14-й год тоже, да, когда я уже стримил, я диплом получил. У нас как раз-таки это был крайний год, когда выпускались в нашем институте магистры. А в основном это... Сейчас это сколько? 4 года образования, ты бакалавр, и потом 2 года ты доучиваешься, типа, да? Если я ничего не путаю, конечно. Блядь, тяжело дышать, конечно, когда ты разговариваешь. Пылесос-робот, да, Ангелинка еще, я ей давно подарил такой. На самом деле, так хреново дует. Кто, кстати, хорошо дует, присоедините. Здорово, здорово, дорогой. Нет, и, ребят, я... Когда уже, ну, то есть весна наступит, растает снег, следующий год, поеду, возьму там не сильно большой отпуск, поеду в Москву, с мамой, возможно, поедем. И будем смотреть районы, Подмосковье смотреть районы. Инфраструктуру будем смотреть, и убирать районы, где можно брать жилье. Поэтому сейчас пока что думать, куда ты конкретно поедешь, нет смысла, потому что у каждого свои вкусы, у каждого свои предпочтения, а нам самим там жить, поэтому нужно самому смотреть. Книжку посоветовать? Ну, братан, смотри, я не фанат детективов, не фанат каких-нибудь там мрачных таких книжек всяких. Ну, вот фантастику люблю, фэнтези, фантастика. Поэтому, не знаю, если ты любишь MMORPG, всем советую ознакомиться с жанром LitRPG. То есть, по это какие-нибудь там «Играть, чтобы жить», «Путь шамана», «Господство клана неспящих». В принципе, 3 книжки хорошей серии. Там по 7 частей. Фу. Так, если ты читал такие книги, если тебе не интересно всякие там RPG-шки, почитай. Хроники Сиалы почитай. Это трилогия очень хорошая трилогия. Пехов, если не ошибаюсь, да? Хроники Сиалы, там Рога Гаррет Тень.
вора. Вот про него очень-очень интересно было, конечно, очень. Я вот рекомендую всем почитать. Ник Перумов почитайте. Очень понравился в свое время, когда еще в школе учился. После Гарри Поттера читал. Очень мощная серия, там очень большая вселенная на самом деле. Упорядоченная. Хроники упорядоченного. Начинается с «Алмазный деревянный меч». Две части. И потом начинается там «Рождение мага», «Странствие мага» и так далее. Частями. Почитайте обязательно. Да не, на самом деле, ребят, я еще раз говорю, я подрубил не для количества зрителей, а для тех, кто соскучился. Я в группе ВКонтакте, он спросил. Привет, хоть передать вам. Пообщаться немножечко. Фу. Сходку в Москве устроить, братан. Дай бог, получится, сначала переедем. Дай бог, все получится. Устаканится все это с вирусом, со всей этой темой. Обустроимся и с радостью, конечно, встретимся. Буду рад вас всех видеть. Зрителей больше, чем на Твиче. Кстати, вот интересно будет посмотреть, будет ли просадка. Ну, типа, мы вернемся с рейл-стрима. Ну, именно там, с видосиков, какие-нибудь темы такой буду. В курс дела будете меня вводить, что там в Твиче. Потому что я, на самом деле, сейчас не смотрю стримы. А если и смотрю, то какой-нибудь Свифти. Все-таки я не знаю, я хоть, знаете, я такой старомодный человек. То, что вот Свифти мне вот из всех стримеров, наверное, которых я когда-либо смотрел, которые меня вдохновляли именно. Не знаю, он для меня пример, конечно, его мало уже смотрит. Относительно. Фух. Но Свифти очень классный дядька. В свое время на Warcraft Movies я еще смотрел его ролики. С классика, там, с БК он там делал. И он такие, когда помните, у него была реклама Razer, он первые такие интеграции делал. Очень классный. Фух, когда он там дуэлился с кем-то. Малой отлично, спасибо, ребят. Мама, все хорошо. Все живы-здоровы, ребят, все нормально. Спасибо, вам того же. Разрастем, развиваемся. Фух. Английский знаешь? Не-не-не. Ну как, я понимаю, о чем они говорят, но сам я предложений построить не могу. То есть, на самом деле, если бы, конечно, упороться, если поставить себе цель... Может, выучить за месяц, если прям уж прям вот целый день сидеть учить грамматику, это все, если прям упороться, может, препода нанять какого-то. Если жизнь прижмет, можно выучить. Ну а смысл? Я не собираюсь уезжать в Америку, в Европу куда-то жить. Если бы уехал бы, да, выучил. Как относишься к пиратским серверам Warcraft? Отлично. Я сам играл на пиратках тоже, ребят, до стриминга. Да и во время стриминга тоже маленько играли. Пиратки — это хорошо, потому что это не то, что типа вы бичи, у вас денег нету, а потому что многие люди любят определенные аддоны. Их это, им очень нравится, да? Ты куда шагаешь? Вдаль. Пока не спишь, подрубайся и выходи с нами на связь. Спасибо, ребят. Я, ну, по возможности будет что поговорить, конечно, подрублю. На самом деле на улице не получится, у меня интернет нормального нету. Да и на улице, на самом деле, люди не поймут, мне кажется. У нас такой городочек, что... Да не хочется особо светиться, знаете, что там идешь с телефоном, там, здравствуйте, ахай-ухай, ку-ку, челики, гов-калик, а потом в рестик. Такое, ну. Идущий к Москве, помню, ты его зарядил, вот эта реакция была. Да, да, он классный, классный, конечно. Свифти классный. Привет, ребят. Так, а что там произошло? Где кнопка донат, говорит? Все. Нормально, блядь, старый я, пиздец, конечно. Ну, морщины, видите, мимических морщин полно. Фух. Привет, привет. Печерин, здравствуй. Кстати, я начинал стримить, было 22 года. А сейчас мне почти 29. Во что играть буду? Посмотрим, уважаемые, поглядим. Вернемся с RL стрима. Ну, надо будет GTA стримить. Я еще должен как бы по рекламе отработать. Две недельки. Где-то 5 стримов. Я отстримить должен еще 5 стримов. Потом посмотрим. Ну, будем... Among Us... Поглядим Among Us, что за игра. Почему она так все ее хайпит. Я, если честно, даже особо не вдавался в подробности. False Guides бы постримил бы, да? Там, говорят, какой-то турнир будет. Отмечать ДР. То есть в кругу семьи. Придут, столик накроем. И все. Здорово, жирный. Ладно. Салам палам, здравствуйте. Переехал.
А братишка переехал. Смотрите на вот это говно, которое у меня там на стене. Знаешь, это когда... Когда у тебя, короче, комната размером с метров 300, а вот эта херня, думаете, сглушит. Я, кстати, ее потестил, вообще никак не помогает. Это такая помойка. На самом деле, даже если всю комнату ей обделать, она не поможет. Вообще не поможет. Это, знаешь, это когда, короче, некуда девать поролон, и они придумали такую тему для лохов, для стримеров, для блогеров. Типа, что они звук глушат. Глушат в основном. Под снотворным еще, да. Вокруг дома такой, когда... Танковать когда буду? Танковать. Хотя я сейчас примерно той же комплект, чтобы, в принципе, танчить нормально. Фух. False Guys уже скатился, очень быстро сдулась после Among Us, да? Спасибо, Гусева. Здравствуй, моя хорошая. Гусева, как тебя зовут? Даймонд. Гусева, да, алмаз, я так понимаю, да? Фух. Про ситуацию в Карабахе я слышал, ребят. На самом деле... ну, у меня, вот, допустим, родители как раз тогда в свое время и бежали оттуда, когда вот эта ситуация была. Я вам так скажу, что если мне нужно будет, то есть, помочь человеку, мне не важно будет, кто он, мусульманин или там христианин, азербайджанец или кто-то еще, для меня это не важно вообще. То есть, ну, я как человек, мне не интересно эти политические распри. Я вообще в политику не суюсь. Это я обычный человек с маленького городка, который не интересуется политикой, потому что политика грязь. Если мне нужно будет кому-нибудь помочь, мне не важно будет, какой он национальности, какой он расы. Вот. Я уверен, что многие так же думают. И вот эти националистические вопросы, это все грязь. Я не считаю, что это правильно. И война всегда плохо. Страдает обычный люд. И просто мне лично это не важно. Главное, чтобы это все же деньги, это все политика, это все... Не знаю. Поэтому я эту тему стараюсь не обсуждать и просто считаю, что должен быть мир, лишь бы, как пел Юрий Хой, лишь бы не было войны, ой-ой-ой, да. Поэтому здоровья вам, вашим близким. Мне не важно, какой вы веры или национальности. Вы просто будьте хорошим человеком и все. Живите по совести. К ориентации отношусь тоже. Кстати, когда молодой был, знаешь, такой, у нас же такой, знаешь, райончик там, понятие, непонятие, все тем, ну, может быть, как-то в свое время резко отрицательно. Сейчас мне все равно, абсолютно. Фу. Здорово, здорово, ребята. Ну, слушайте, нормально, уже почти 40 минут двигаемся. Кстати, с вами время очень быстро летит. Когда сериал смотрю, дольше время идет. Как относишься к тесаку? Да никак не то, что на самом деле жалко, что так все происходит, но... Короче, эту тему не обсуждаю, ребят. Давайте не будем про такие темы обсуждать. Я все-таки человек сами поедет. Пиздану что-нибудь, все. Покажи кубики. Братан, вон, на стеночке кубики, братишка, висят. Адмирала Акаину похож? Бля, кстати. Бля, точно. Знаешь, мне остался такой шрам такой сделать и глаза закрыть, да? Блять, если сейчас я упаду и сломаю себе, не знаю, ключицу, знаете, ты за вас. Картошечку люблю, обожаю. Фух, мусор на пакете, да. Это сауна-костюм. Рум-тур не буду делать, у меня мама дома. Ангелина-то все, ну они особо, они же на камеру не показываются. И не надо. Ванечка, блядь, здорово, здорово. Здорово, здорово всем. Серебряная акула, здравствуйте. Ни пизда, ни час прошел, а он все идет, говорят. У тебя стол на кухне? Да не. Это вы так думаете, что мы с ним дружим хорошо, ребят? Этот парень за время отпуска два раза в конфу заходил. Мирон хорошо. Все нормально. Да я не сбрасываю вес, ребят, я для самочувствия хожу. Где я сейчас не сижу, мне жена он приготовит что-нибудь. Могу сладкое поесть, если хочу. Лёха! Лёха, 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 Бигер. Лёха, Лёха, Лёха. Да, Лёха, Бигер.
Ростислав, спасибо, мой хороший. Счастья, Ванечка, тоже всем счастья, ребят. Фух. Ну, 3900 шагов сделали. На самом деле, маловато. Надо 1010. Ты живой? Братишка, не дождетесь. Конечно, живой. Казань переехать, говорят. Кстати, многие мне про Казань говорят. Постоянно многие прям в пример Казань ставят. Ну, не знаю, посмотрим. Я пока еще не знаю. Надо сначала в Москву съездить посмотреть. Совместный эфир с Лехой. Кстати, а как это сделать? Леха! Подожди, это как-то же можно, наверное, да? Да, наверное, не получится там как-то. Ебать, ты царь лучше. Здравствуй, дорогой. Барев, барев, пацаны. Бля, сейчас я упаду. А как мне чат закрыть здесь, блядь? Казань — золотая середина, говорят. А мне кажется, Леха уже ушел. Он такой, он, знаешь, приходит, говорит, здравствуйте, и быстренько съебывается. Я поменьше, бля, скорость поставлю, то уж... Сердечко. Похоже, делать совместный эфир, нужно нажать на его ник и пригласить его в беседу. А, надо на Бигера нажать? Да, и там пригласить... Бигер, ты тут, напиши что-нибудь в чате. Фух. Что-то Бигер ничего не пишет. Подожди, сейчас. Хороший стрим, любим тебя. Спасибо большое. Куда иду? К успеху. Бигер пишет, что он срет. Подожди, вот я на него нажимаю. Выйти в прямой эфир с Бигер. Леха, давай прям сри. Бля, будет прикольно. Давай, Леха, как нормально, а? Леха! Леха, ты дрись! Леха! Я в гостинице. Леха! В гостинице? Да, я тут проснулся. Прям бомж. Бомж, Алеша. Шо? Лех, ты знаешь, ты чуть-чуть лучше меня выглядишь. Я не пойму, там помойку, блядь, смотри, знаешь, какая ситуация? Если я упаду, Леха, сломаю себе ногу. Да. Ля, это мое место был, трон мой. Подожди, а у них... Подожди, Лех, а у них в гостинице нету места под сральник, типа, или что? Да есть, все, я просто показываю, знаешь, я в Чикаго нахожусь, мне кажется, вот, знаешь, если показывать, где притон, они с проститутками, которые продают наркотики, вот для проститутки, короче. Это вот такое. Это же... Нормально, нормально. Лех, а ты сегодня сидишь? Ты сегодня стоишь? Я два дня стою. Ну, это же хорошо, Леха, значит, сегодня... А? Подожди, подожди, я сегодня видел с утра фотку. Утром зашел, видел фотку, короче, как ты в бар все-таки не пошел, Лех, да? Куда не пошел? А, бля, в бар не пошел. Пиздец, так получилось, я не на вас. Бля, ты такой алкаш! Я вообще... Лех, ты же сказал, что не пойдешь! Вот у тебя интернет, конечно, хороший. Да? Ублюдский? Да. Лех, ты просто знаешь что? Ты сказал вчера что? Сегодня не пойду. Все, я сегодня, пиво сегодня не пить. Пойду. Ну, а получилось, что пошел? Получилось что? Пиздобол? Получается, что так. Скажи, ты идешь, ты сейчас... Лех, тебе нормально? Я уже умер. Смотри. Ебать. Ля, у тебя ковер, блядь. Это ты этот ковер купил? Да. Ля лакает, ля лакает. Лех, ты с чатиком поздоровался, чине? А, все. Лех. Все, погиб парень, блядь. Говорит, Америка — это лучшая страна в мире. Интернет хороший. Знаете, вот зато у него жизнь. Ребят, вы меня ответите. Ага. Лех. Зато ты как Дин и Сэм Винчестер. Знаешь, как сверхъестественно, ты по мотелям шастаешь, по самым задрипанным. Я вот такой, я прям бомж. Я вообще бомжом, знаешь.
Я вообще-то, ну... Лёх, сейчас... запомни. Запомни! Сейчас взять полицию, вызовут, думают, подумают, что кого-то изнасиловали там. Да, так, кстати, надо потише орать, типа, это глубокая пауза. Ну и что, еще? Нормально, нормально, Лёх. Ты долго будешь ходить? Если бы я... Понимаешь, чем, Лёх? Если бы я чуть-чуть поменьше бы в данную секунду, сейчас, сейчас бы я... Так. Меньше бы укутался, я, может быть, бы дышал вообще, в принципе, жил бы. У тебя там что, сверлят что-то? Да, да, сверлят. Ты можешь, блядь, взять, прям подолбить вот так вверх, нахуй, чтобы не свергли, блядь? Подолбить вверх. Крик из альянс пишет, Лёх. Не могу, блядь, просто прям ептей, все. Знаешь, я хочу так сильно ссать, что я просто готов сейчас просто лежать и ссать на себя, знаешь? Так осыпать себя, Лёх! Я в этот момент уже поссал под себя, понимаешь? Просто костюм такой, что это. Бля, вот ты хуёво, у тебя сердце хуярится сейчас? Да? Я вижу, ты еле разговариваешь. Ну, братан, понимаешь, ты идёшь жарко. Ты сейчас сознание потираешь, упадёшь, я так трещать буду, блядь. Представляешь, реально, падает телефон, короче, вот так падает на пол. Вот такая жена, говорит. Как дела? Ты, короче, ты пойдешь к конфу? Потому что я хочу срать, реально. Я хочу скупаться, бля, присесть в порядок. Ну, попозже, маленько приду, Лех. Через минут... Я не сильно долго еще. Сейчас до педалю. Пообщаемся. Бля-ля, какой красивый. Я бы с тобой прилег бы сейчас. Я Антоху с собой взял бы. Жалко чатик не знал. Ой, бля. Так, короче, ладно, ходи тогда. Я пойду приведу себя в порядок. Иду нахуй, Лёх, иду нахуй. Бля, ля ты какой красивый. Лёх, ты знаешь? Запомни! Запомни, сынок! Лёх! Запомни! Знаешь, вот ты... Мы с тобой... Лёх, мы с тобой познакомились. Тебе было, как мне сейчас. Ля... Лёх, мы с тобой познакомились, как, вот когда, вот ты, это был 14-й год, так. Тебе было, как мне сейчас. Запомни, так. Сквозь вот эти года, ты с каждым годом все, знаешь, может быть, ты и старее, может, ты так. Как использованная мочалка, так. Но так все-таки ты самый красивый, понимаешь, все равно ты самый красивый. Блядь, я сейчас должен заплакать, ебать. Бля, я сейчас... Сейчас упадет. Так, ладно, давай, Лёх, тогда, короче, что? Вечерком в конфу, ну попозже в конфу заходи. Давай, обнял тебя. Давай, целую. Bigger.com Thunderfall больше. Да, конечно. Ну, это Лёха. Это же Лёха. Сейчас походим с вами еще. Как раз эфир будет длиться минут 10. Он закончит, я понимаю, час. Часто максимум, ребята, так понимаю, да? Фух. А, кстати, как сохранить эфир в Инстаграме? Я даже не знаю, как это делается. Пацаны, Бигер в траке ТикТок хуярит. Я это знаю, это ужас вообще. Ну, это... А с другой стороны, знаете, он, может быть, и старый, да, ему 35 лет скоро, но он в тренде. Он, знаете, молодежный. То есть он человек, который... Идет молодыми течениями. Знаете, это я слушаю «Сектор Газа», «Король и Шут». А он слушает что, ребят? Что он слушает? Моргенштерна слушает. Там еще в топе «Ганг Вест». А когда буду завершать трансляцию, будет оставить, я понял. Все, договорились. Пульс пизда, пацаны. Стон. Ну, как-нибудь с ним выйдем в эфир, наверное, дай бог. Хотя его поймать тяжело. Смотрел матч Нави. Не, братан. Здорово, здорово, мои хорошие. Так что, еще раз говорю, ребят, все хорошо. Отдыхаем. Спать ложимся в часик максимум, в час. Просыпаемся в 8.30 или 9 утра. День вижу, вечер вижу, утро вижу. Ребенка вижу, жену, хоть всех вижу. Так что все, слава богу. Фух, что-то сердечко, конечно. И сердечко, на самом деле, больше
кадык что-то разболелся, потому что дыхания не хватает, ты постоянно разговариваешь. Леха вечно молодой, вечно пьяный. Да. Здравствуйте, ребят. Что, на хуй телефон есть? Пацаны, он с него стримит. Когда будешь завершать трансляцию, правую новую легу, левую ногу, блядь, братаны, нормально, маршируем. Здорово, здорово, Орехов, привет, Орешев, или как? Не делай такие костюмы, на сердце, блядь, да я думаю, зря я надел. Если бы я просто бы двигался бы. Мы просто уменьшим еле-еле сейчас. Вот так потихонечку. Любим, скучаем, обожаем. Спасибо большое. С Лехой Кардангушевым учился в военке? Нет, я такого не знаю, братишка, не знаю. Жалко, что шел перенесли с ДРС. Согласен, братан. Ну а что делать? Зато, может быть, хороший патч сделают, аддон. Силовую? Братишка, силовую это не сегодня точно. Я же не спортсмен, пацаны. Ты знаешь, спортсмены, которые... Значит, нужно в колею войти. Это значит, нужно регулярно заниматься. Я сейчас не сильно часто занимаюсь. На самом деле, в Инстаграм, вот без шуток вам скажу, заходил за 2 года. А сколько мы раз заходили в Инстаграм? 2, наверное, да? Когда вот я 2 раза... А, пишу, 3, наверное, да? Когда я последний раз левую ногу сфоткал, да? Или правую. А, кстати, с рук начинает, надо, ну, руки фоткать будет тоже. Когда вот для больных детей сделали вот эту вот благотворительность. Прошел сколько? Почти 5000 шагов. Summoner Wars начал играть? Ебать ты красавчик, в Summoner Wars. Ты еще играет? Я часто пропадаю? Куда? Только нахер мы остановимся сейчас. Сгину, а то как мне выключить это говно? Все. Знаете, когда слазишь с этой дорожки, у тебя... Ты думаешь, конечно, что ты еще ходишь. Фух. Ой. Здорово, Сергамир, привет. Здорово всем. Фух. Стаканчик, видите? Сюда ребенок сыт. Я не знаю, что он здесь делает. Но здесь он у меня нормально. Фух. Здорово, здорово, Степа. Фух. Что, нормально? Ну, короче, ребят, я не знаю, я не пойму, а у меня задержка есть на стриме? Напишите, если она есть, я просто не понимаю, как бы. Ну, все подрубаю. Видимо, задержка есть, да? А почему? Нормально. Это... Ля, минута, наверное, где-то. Серьезно, 1 минута где-то задержка? А я думаю, что вы пишете? Почему я с вами... Бля, знаете, какой я страшный? Знаете, какие волосы? Надо постричься, я уже как чухан. Уф. Короче, ребят, надо что-то делать. У меня на стриме лично задержка 3 секунды, а здесь что-то... Минута — это плохо, на самом деле. На самом деле, ребят, я еще раз вам хочу сказать, я вас очень люблю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что глядите. Спасибо, что сейчас жена, я заканчиваю уже, Чине. Прощаю и тебя. Это, так вот, спасибо, что наблюдаете, ждете. Я вам тоже очень скучаю. Через 11 дней подрубаем, 18 числа. 6, да, через 11 дней. Вы красавцы. Спасибо, что ждете, спасибо за ваши позитивные сообщения, спасибо, что смотрите, спасибо, что ждете, наблюдаете, ощущаете, цените, преданные. Я вас очень люблю. Немножко в себе. Я, на самом деле, уже, в принципе, отдохнул, но надо полностью немножко в режим войти, потому что, на самом деле, где-то к вечеру
часов 7-8 я спать хочу, пиздец. Я даже режим поменял, я 7 лет жил по дебильному режиму. А сейчас я полностью в 2 раза поменял, считай. И нужно, чтобы организм привык, конечно. Очень хороший, спасибо, потому что, ну, реально, хоть я и говорю, что там устаю, но без вас тоже, вы у меня как часть моей жизни уже стали. Вот, я вас очень всех люблю. Спасибо, что есть. Спасибо, что смотрели, слушали. Я стараюсь сейчас сохранить этот эфир. Далеко не пропадаете. Нарезка, кстати, Станокозел Инсайдик готовит какой-то видосик. Знаете, в память, как сказать, когда там, типа, как это называется, Хроники Конфы, третью часть. Так что там, говорят, 2 года ее уже не было, поэтому какой-то очень веселый видос будет. Спасибо, что есть, люблю вас. Здоровечко самое главное. И мира, мирного неба вам над головой и вашим близким тоже. Завершить. Вы уверены, что хотите?